Всем привет, с вами Серж, и добро пожаловать на шестой выпуск проекта Warface Stay Stealth. Спонтанная тактика порой бывает лучше отточенной. Погнали! Третье место – КВ на фабрике. Порой даже у юных воителей просыпается интуиция, которая их не подводит. Мост, Раш, мост, 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 мост. Давайте, вы стой поджимаете, мы стой, оглушал кидаем. Понесли лезь. Давайте заходим. Давайте мост поджимайте. Ресыч, Виктор, сразу давай меня. Зажми! Да. Ё-моё, прыгун сразу. Блять, они на своих крысят. Ресаются. Виктор, не нужно. Два гренадера. Я за. Я за. Виктор, Виктор, нет, нет. Ресат. Виктор. Давай, заходи, заходи. Давайте, заходи, заходи. Ну что же, молодцы, ребята. Второе место. КВ на почти дефолтной карте для этого режима. Собираемся вместе на длине блоки, там в уголку, нет, где я. Когда заходим с ЗИГИ на плейн, медики направо, инженеры и становики смотрят налево. Нанимаем плейн, ставим бомбу, охраняем. Гриша будет смотреть ЗИГУ вместе со снайпером, чтобы с базы не обошли. Еще когда пойдем рушевать, инженеры заминируют, чтобы не сюрприз был, когда будут ходить. Не, ну я понял. Дымки прокинули, дымки на арку, потом собрались на длине двойки. Проходим раз, медики направо, прими налево. Блин. Ваня, так вот не надо было резко, надо было раньше дальше. Медик, а он не Все грамотно, все четко, все верно. Первое место. Возвращаемся на переулке. Сейчас задымим рынок. Дымим рынок. Подождем секунд 20 и рашим двойку. Давайте. Просто дымите, все. Я вас вообще не понимаю, вы просто тупо стоите, чего вы ждете-то? Сейчас, давай, пошли на два. Быстрее, без грен, потом грен. Все, заходим. Ходите. Кто есть у тебя, отец, слева? Бомбу на кулак ставлю. Бомба установлена. На балкон, пойдем, мощный. Давай. Я тебя подсажу. Хорош, давай быстрее, на балкон иди. ХП нет, ну ладно. Не срать. Это вид. На пленте есть. Еще там. Не стреляйся. Минирует, не минирует. А, я тебе скажу, куда будет минировать. Спрыгни. Медик здесь. Стой, сейчас скажу. Уходи, за ящик. Дефьюзит штурм, минирует, штурм дефьюзит. Уходи. Все, да, наконец. Нормально. С каким бы счетом ты ни шел, как бы ты ни играл, никогда не забывай давать инфу тиммейтам. Примите мои поздравления, ваша тактика взяла верх над противником. И все трое получают вип-ускорите сроком на 7 дней. На этом наш шестой выпуск подошел к концу. Если вы хотите попасть в Warface Stay Stealth, то присылайте видео длиной в один раунд на сайт wfdefisss.ru. Нам нужна только тактичная и скоординированная игра на кланваре. Ставь палец вверх, если тебе понравилось, оставляй коммент, а также подписывайся на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. Бойцы, желаю вам максимум тактичной игры.